Кляшчы актывізуюцца. У Магілёўскай вобласці зафіксавана 12 выпадкаў лаймбарэліоза ў выніку укусаў гэтымі паукаабразнымі. А плошчы апрацоўкі тэрыторыі ад кляшчоў у рэгіёне павялічыліся ў 3 разы. Спецыялісты раяць пры наведванні лясоў правільна апранацца. Таццяна Дзмітрыева вывучала сітуацыю. Згодна з даследаваннямі, тэрыторыі ў Магілёве ад кляшчэй апрацоўвацца не будуць. А вось у дзецкіх аздараўленчых лагерах апрацоўка абавязковая за 3-5 дзён да пачатку першай змены. Кляшчы апошнія гады актывізуюцца. Спецыялісты звязваюць гэта з глабальным пацяпленнем. Спачатку красавіка насельніцтва актыўна звяртаецца ў Магілёўскі цэнтр прафілактычнай дэзінфекцыі. Май, июнь в основном, но уже пошли заявки уже с учреждений. Угу. То есть уже начались обработки. У нас в первом квартале этого года зарегистрировано 12 случаев лаймборрелиоза. Это несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть можно говорить о том, что наблюдается, ну, как бы стабилизация эпидемической ситуации по клещевым инфекциям. Отрадно, что уже 2 года подряд у нас не регистрируется случай клещевого энцефалита. Апрацоўка территории показана при таких параметрах. 1 клещ на 2 стяга километра. У населенных пунктах зараз таки показчик покуль не зафиксованы. Нагадаем, выпадки укусов клещами регистрируются после наведывания лесных массивов. Летось у области химичную апрацоўку провели на 115 тысячах гектаров. Присасывание происходит практически на всей территории Могилевской области, а вот заражение, допустим, очаги клещевого энцефалита в Быховске, Могилеве регистрировалось, и это также Осиповический район. Зачастую есть такие случаи даже заболевания, то есть заражение произошло непосредственно за пределами Могилевской области. Это даже бывает Российская Федерация. Прикладно у полови выпадков от укусов кляшчов терпят дети. Тому дитячие установы, которые находятся на природе, от кляшчов опрацовывают обовязково. Специалисты раят подчас наведывания лесу максимально закрывать тело вопроткой светлых колеров. Так легче и зауважить кляшча. И каждые 2 годины оглядать себе. И коли все ж таки клеш укусил, не займайтесь самолечением. Татьяна Дмитриева, Василий Лосянков, Александр Тарасов, Новин регион.